Летом мы часто рассказываем вам о работе детских православных лагерей, которые сейчас организуют многие приходы, благочиния и епархии. А иногда и обычные светские лагеря проводят дни, когда ребята знакомятся с православием и христианской культурой. О православном дне детского оздоровительного лагеря города Михайловка наш следующий сюжет. Девочки и мальчики из детского лагеря города Михайловка играют в ручеек. Это веселая игра – часть вечера народных гуляний, которые подготовили для ребят участники молодежного православного клуба «Пилигрим». Тут мне еще штучки такие вручили, сказали, это артефакты. А это подведение итогов игры «Формула команды». В течение дня воспитанники лагеря выполняли задания, на которых им надо было показать, насколько они дружные, помочь друг другу, проявить уважение к ближнему. И, конечно, важной частью православного дня стала беседа батюшки с отдыхающими в лагере детьми. С детьми надо действительно с вами со всеми разговаривать, как со взрослыми. И все равно ребенок, если даже что-то не улавливает, но то семя, брошенное в ваше сердце, это Слово Божие, оно когда-нибудь произрастет. Отец Роман говорил с детьми о добре и зле, о прощении, об отношениях с родителями и, конечно, отвечал на многочисленные вопросы. Сколько Богу лет? Ой, сколько Богу лет? Он вечный. У вечности есть года? Нет. Есть время, да, а есть вечность. Вечность без ограничений, понимаешь? Поэтому Бог не во времени, поэтому Он вечный. А уже на вечернем концерте дети вместе с вожатыми показали свои театральные постановки по следующим направлениям. Смирение и труд все перетрут, добро всегда побеждает зло, прощать очень важно, без любви на свете жить нельзя, уважение к людям превыше всего.